Всем привет, друзья! Ну что, как вы после праздников живы? После столов, после многочисленных блюд, тортов и так далее. Я тоже, честно говоря, пообъедалась немножечко сладкого. В общем, что я хотела сказать. Сегодня пришла в ВТБ, значит, мне заприметилась вот такая хорошая акция, предложение на креветки «Водный мир». 48 гривен. Я решила взять, думаю, на вечер сделать вот такой вот ужин. Взяла к ним овощи, сумиш весняна. Значит, сумиш стоит 27,50, креветки 48,90, здесь 400 грамм. Хочу посмотреть, какие они. 48 гривен креветки, понимаете? Ну, это ж невозможно не взять. И сделаю вот такой вот вечерний ужин. Значит, на вечер нужно кушать овощи. И желательно термообработанные. То есть сырые лучше кушать в обед. Салатики такое. А это будет прям хороший вариант. И еще была в Форе. Взяла вот такие вот зубочистки. Давно на них смотрю. Давно забыла их взять. Я думаю, вы знаете, как они называются. Они просто в Форе почему-то 19 гривен стоят. 20 гривен стоят. Нигде такой цены больше нет. Но выполняют функцию свою отлично. Точно так же, как и более дорогие варианты в том же Ватсонсе или еще что-то, вот такие Clean Star. Это зубная нить на палочке, скажем так. Это очень удобно. Обычно зубную нитью не знаю. Я как-то не люблю, не могу пользоваться. В общем, руки как-то у меня не так стоят. А здесь удобно вот эта рукоятка. И она достает все, получается, межзубные пространства, все, что там забивается. Тоже советую вам обратить внимание, если у вас есть такой магазин Фора. Не везде они есть, я знаю, не во всех городах. Но если у вас есть, вот обратите внимание на отдел с зубными пастами, и там вы найдете вот такой вот Clean Star. А, кстати, возможно, еще и в Сельпо они есть, не знаю, потому что Сельпо и Фора – это одна сетка, одна ветка. Это все Фози Групп, да? Так что вот сейчас буду готовить вот такой вот ужин. Будет у нас довольно полезный ужин. Будет овощи и креветки. Это у нас что? Морепродукты. Это белок, который вечером тоже необходим. Вот, друзья, открыла эти креветки. Хотела вам показать. Они в такой ледяной глазури, как они называют. 50% ледяная глазурь, 50% вода питьевая замороженная. Ну, много здесь, конечно, этой воды, особенно вот, она вся уйдет, самих креветочек очень-очень мало. Понятное дело, ну, как бы за такие деньги, да, там, за сколько я купила, за 38 гривен, это совершенно вообще нормально. А так их цена 78, но много, мне кажется, очень много льда, очень, вот, особенно на вот этой, посмотрите. Прямо одна льдышка такая тяжелая, а самого мяса здесь креветки. Будет, конечно, мало. И они, я так поняла, сейчас я их буду размораживать. Знаете, я думала, они такие, как готовые уже. Их сразу можно... Ну вот, как здесь на картинке. Здесь на картинке они очищенные, да? Просто мясо уже с рисом. А тут что? Они не очищенные, они просто... Короче, я поняла. Вот голова, глаза. В общем, надо их размораживать, очищать и потом только добавлять в блюдо. Итак, вот такое блюдо получается. Уже овощи у меня подошли. Я их просто под крышечкой в водичке вот так протушила. Чуть-чуть масла оливкового добавила. Смотрите, сколько креветок. Вот это все с пачки. Очень мало. И причем они такие худюсенькие, масюсенькие. Ну, на эту сумму, которую я купила по скидке, оно того стоит нормально. Но за полную цену, сколько там, 70 или 80 гривен пачка, я бы не брала эти креветки. Потому что это просто вот, не знаю, вот такая жменька. Очень-очень мало. Вот такой ужин у меня сегодня получились. Овощи мои. И взяла, не знаю, я тут сегодня ничего не рассчитывала. По белкам, жирам, углеводам. Все, что есть, то и есть. Потому что у меня мало что есть. Сейчас нету помидоров, там такое. Что есть, то я и доедаю. У меня есть моцарелла, вот я порезала себе. И вот такие хрустики еще тоже с сыром. Мне хочется как-то сейчас сыра. Вот будет примерно вот такой ужин. Всем приятного аппетита и до новых встреч!
Итак, друзья, приступим к традиционному видео. Это обзор новой газеты АТБ и товаров дня. Давайте приступим с 10 числа. 10 марта это у нас будет завтра, среда. Можно приобрести вот такое вот жидкое моющее средство Power Deluxe 37,90. Дальше, четверг, 11 число, конфеты Труфалье будет по скидке 9,89. Далее, пятница у нас будет икра лососевая за 89,90. Дальше, так как это неделя масленицы, да, это у нас суббота, у нас блинчики уже готовые, французские с сыром и с мясом, с курицей, 15,90, своя линия. Воскресенье чай Кертис 19-17, разные. И понедельник, 15 число, влажная туалетная бумага, своя линия. И это у нас полотенце бумажное. Кто любит Монарх Якобс, кофе растворимый будет за 119 гривен, 200 грамм во вторник. Так, заранее извиняюсь, у меня здесь Соня на фоне хрумтит печенье. Так, поэтому это может быть слышно в камере. Да, да. Дальше, поехали. У нас акции с 10 числа по 16 марта. Колбаса салями, своя линия финская, 53 гривны. Дальше, макароны, своя линия по 15,50. Дальше, вот такие вот мясо, мистки, колбасы. Тирольская колбаса от Добро будет 205 гривен килограмм. И Вершкова мясная лавка, своя линия 43,90. Сметана Яготинская будет и 15-20% по скидке. Масло Белоцерковское по скидке будет и 70-80%. Вот такая закуска Пикник 14,70. Водичка Трусковецкая, но это от торговой марки, своя линия по 7 гривен. Дальше, это что-то новое, такого я не встречала. Бисквиты. Какао и клубника, 34 гривны, Италия. Далее, салфеточки у нас разные идут. Влажные детские, вот эти тоже хорошие, 16 гривен. Ватные палочки за 11. И вот такие сухие салфеточки за 15. Ватные диски, это маленькие, за 9,90. Тоже удобно с собой, такой вариант, да. Походный. Дальше, олвейсы по 21,90. Как обычно, здесь стандартно шампуни. 85 гривен 400 миллилитров Head & Shoulders, памперсы, Fairy, Ariel, Gala. Здесь мы даже не будем. Так, далее. Что у нас здесь? Окунь. Так, где у нас фокус потерялся? Так, мы вернулись. Это у нас окунь айсберг 179 гривен. Дальше креветки. Вот эти хорошие креветки Альбатрос в АТБ я брала. 900 грамм, 85 гривен и 93 гривны. Зависит от размера, да? Я так поняла. Дальше, крабовые палочки, своя линия 42 гривны. Это у нас что? Хот-дог вареный, колбасный ряд, 25 гривен. Знаменитая грудинка банкетная, многие ее берут, 24,70, тоже когда-то ее брала. Консервы, своя линия, мясо, курица, свинина и сардина, вот такая же, 23 гривны. Дальше, консервация у нас будет огурчики Верес 26, помидорчики Верес, черри 25, капуста с клюквой квашеная 19,90, пельмени Левада 80 гривен. Дальше, вот это очень вкусное молоко сгущенное. Рогачев 32 гривны, это Беларусь, по-моему, да? Дальше, это такие, что у нас, сливки 43,50, закваска Лактония 31 гривна. Здесь мы проходим. Просека Италия 135 гривен. Так, это мы проходим. Соки Хортекс от 25 до 30 гривен. Далее кофе. Кофе Якобс, смотрите, по скидкам разные варианты. И Нескафе Эспрессо 54 гривны будет. Вот такой еще Форт. Кава Форт 33 гривны. Батончики, своя линия 10 гривен с арахисом. Конфетки Баунти 14,80. Жевательные конфетки 10,55 за 100 грамм. Печенье Буратино 19,90. Это Лайон. Дальше
Это вот такое печенье кометы. Я, кстати, брала очень хорошее такое, интересное. Фасовка очень интересная для детей. 29,90. Дальше. Сухарики Хруст. Арахис. Своя линия 8,40. И корм для собак. 25 гривен. Далее. Косметика. Что у нас здесь? 10 по 16. Дезодорант Ифа по 27 гривен. Крем для рук 11 гривен. Дурупа 14,70. Котексы 39,90. И вот такие вот котексы по 15,90. Хорошие цены, надо брать. Дальше. Это жидкое мыло хозяйственное, да, 18,90. Это мыло для стирки 6,80. И мыло для рук 9,90. Подгузники 175,90. И бумажные полотенца 15,30. Так, следующий детский отдел. Как обычно у нас детский отдел. Книжки от 12 гривен картонки и далее 49,90. И вот такие для чтения, для занятий по 30 гривен. Дальше классика. Книги классические для чтения 64,90. 22 гривны вот такие для малышей от 2 лет. Это у нас наклеечки 14,90. Папка А4 на замочке. Кстати, хорошая вещь в школу 44,90. Ручки. Ручки по 32 гривны. Ручки такие, конечно, не дешевые. Они, наверное, какие-то такие красивые. Хотя здесь нарисовано так себе. Нужно смотреть живую. Мягкие игрушки брелок 59 гривен. И всякие игры. Игры настольные по 39. И вот такие игры настольные по 80. Дальше. Это, заметьте, с 11 по 17 марта. Масса для лепки 42 гривны. Очень интересные доски для рисования. Можно, видите, мелком рисовать, можно фломастером, можно повесить куда-то. Двухсторонняя, 75,90. Дальше Hot Wheels Matchbox, как обычно у нас. Пистолеты всякие. Дальше игрушки вот такие. Мягенькие игрушечки 89 гривен. И вот такие рептилии. Так, поехали дальше. Это отдел для хозяек. Кстати, вот это классная вещь. Органайзер пластиковый, 4 отделения. Я когда-то брала такой для своих косметики и масок. У меня до сих пор храню косметику в похожем. Но вот этот очень хороший для специй. Вот у меня тоже уже много специй насобиралось. С перегородочками. Супер. Я, наверное, даже возьму такой, если будет. 39,90. Дальше. Доска 69,90. Вот тоже классная вещь, 25,90, полотенечко для сушки, кстати, потому что в бонусе они по 50 гривен, ну, там практически 49, что-то такое. Может быть, возможно, размер больше. Подставочка для сушки 24,90. Опять полотенечко, но это обычное, да, с петелькой 14,90. Набор контейнеров 29,90, прям как я взяла в Икее. Три штучки по такой же цене. Двусторонние салфетки микрофибра 22,90. И вот такие салфетки 44,90. Смотрите, какие красивые кастрюли. Красивые в плане узора. Но это эмалированные кастрюли. 3,5 литра. 169 гривен. И ковш эмалированный 79 гривен. Дальше баночка стеклянная. Тоже очень удобно. Очень так стильно, хорошо смотрится на кухне. Такие банки 32,90, 39,90. Форма для выпекания 149 гривен. Далее люминарк. Смотрите, люминарк. У нас прям будут и чашки, будет салатник круглый 39,90, белый. И белая тарелка 23 гривны. Единственное, что мне не нравится, белые вот такие. Я тоже взяла в Икее белые, да. Но у меня гладкие белые. Они блестящие, они гладкие. Ничто нигде не залипает. А вот эти... Обратите внимание, здесь такие как гофрированные. И это, ну, как по мне, это не очень удобно. Дальше. Кувшин эмалированный 129. Ножи 79,49. Так, что у нас здесь? Семейки. Семейки 34, женские 35. Это у нас набор носочков 28,90. И вот таких набор носочков. Кстати, если у вас размыта картинка носочков, это не у меня камера, это так напечатана газета. Я сначала смотрю, думаю, почему такая размытая картинка? На самом деле это они так напечатали. Дальше.
Тапочки вот такие веселые, 49,90. Тапочки более серьезные, 69 гривен. Вот это также нужная вещь. Простынь на резинке, 219 гривен, 160 на 2. Катон, 100%. Рожок. Рожок металлический для обуви, 24,90. Маски, как всегда. Маска витаминная, тканевая для лица, 16,90. И стойкая крем-краска, 22 гривны. Вот такая расчесочка, 34,90. Набор резинок, 16,90. И вот такой вот для зубных щеток. В общем, все с AliExpress, да? И вот тоже с AliExpress набор органайзеров, 74,90. Далее. Тайд порошок, 6 килограмм, 209 гривен. Это что такое? Водосгон, как это перевести? Водосгон для машины, 66,90. В общем, приспособление для автомобиля. Клей монтажный, 34 гривны. Пленка, 39,90. Ящик для инструментов, 159. Набор, смотрите, это интересные наклейки, светоотражающие для сумок, одежды. Это может быть как вариант, знаю, что некоторые клеят детям. Детям такие штуки особенно хорошо вечером видно, если дети, допустим, переходят дорогу. Или там машины сейчас везде, и не на дороге, и во дворе. Ребенка так видно, его заметнее. Это, я считаю, вещь полезная. Далее, щетка. Вот это, кстати, тоже интересная вещь. Смотрите, какая щетка для мебели и ткани. 3,490. Что она делает? Она, наверное, шерсть собирает. Это у кого коты, хорошо. Вот, видела тоже такую штучку для смартфона, 74,90. На самом деле, тоже интересная вещь такая. Хоть она и смешная, мне сначала вызвала смех, когда я ее видела. Но, в принципе, интересная вещица. Дальше, смотрите, вот такие корзиночки от 12,90. Это вот тоже как в Икее, пластиковые. Я за такие вещи, мне нравится. Лучше понабирать таких корзин, все туда поскладывать, и, по крайней мере, это будет более смотреться, более-менее похоже на какую-то хотя бы организацию. Это везде, не только на кухне и в шкафу, можно везде. Кашпо вазон 35,90. Леечка 29,90. И пошли уже у нас рассады, удобрения, огурчики. Вот такие даже. Высевать лук и цветы. Что у нас здесь? И здесь еще у нас мясорубка 699, чайник 399, удлинитель 109, 3 метра 5 розеток. Сушка для белья 749. Светильник. Вот это интересно и удобно, я имею в виду, потому что этот светильник с датчиком движения. Дальше, это что у нас? Весы, 169 гривен, тоже хорошая вещь. Вешалочка, 289 гривен, тоже классная вещь и очень выгодная цена. И вот этот стульчик-табурет, тоже хорошая вещь, кстати, на дачу и для детей. Это прям такие стульчики. Знаю, что очень хорошие, некоторые их берут и в путешествие, и на дачу, и просто в машину закинул. Очень удобно, где бы вы ни выходили, но это на летнее, конечно, время года. С такими стульчиками везде можно путешествовать, прям классно. Они просто вот так вот собираются удобно, в такую, оп, пластиночку, и понес. Вот это стульчики прям супер. Все, друзья, надеюсь, вам было полезно это видео. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому видео, напишите ваш любой комментарий. И проверьте, что вы подписаны на канал. Проверьте. Кнопочка должна у вас светиться серая. Если она у вас красная, то нажмите на нее и подпишитесь. Пока-пока.